Анастасия Заворотнюк тщательно скрывала третью беременность и рассказала о ней лишь спустя 4 месяца после появления дочери на свет. По мнению поклонников актрисы, малышка внешне больше похожа на знаменитого отца, фигуриста Петра Чернышова. Как призналась звезда сериала «Моя прекрасная няня», ее сын Майкл давно заводил разговор о том, чтобы в их семье появился малыш, и вот желание наконец-то сбылось. Для супругов новорожденная Мила стала первым совместным ребенком. «Я старалась держать все в тайне и просто исчезла на время. Было страшно, что если что-то пойдет не так, то меня начнут активно жалеть. Я прошла все необходимые обследования у врачей, получила от них одобрение и подтверждение, что все хорошо», — рассказала Анастасия. Анастасия Заворотнюк поняла, что хочет девочку, когда смотрела постановку «Руслан и Людмила» с участием маленькой наследницы Татьяны Навки. И вот премьера. «Я вижу, что все удалось, все прекрасно. Успех, аплодисменты, и в финале на лед выходит маленькая Надя Пескова, очаровательный ребенок с огромными синими глазами, косичками, и в этот момент волнение отпустило меня. Вместе с радостью вдруг накрыло абсолютное понимание, что я больше не могу без такой же маленькой девочки. Внутри созрела решимость, все кричало: дайте мне это», — призналась актриса. Мила появилась на свет в подмосковном клиническом госпитале Лапино. Анастасия вспоминает, как проходила ее выписка. Сначала сын предлагал маме помочь уехать из больницы, но она ждала супруга. Чернышов вернулся из поездки в Санкт-Петербург и прямиком отправился за женой и дочерью. «Мы садимся в машину, Петя сам за рулем. Ехали со скоростью километра 3 в час. Ребята из клиники провожали нас до самых ворот, а уже холодно было, конец октября. Они в одних костюмах. Я говорила: Петя, у тебя есть педаль газа, а он все не решался ее нажать. Мы полдня ехали домой, хотя живем недалеко от Лапино», — поделилась Заворотнюк. После рождения Милы внимание всей семьи актрисы оказалось приковано к малышке. Майкл познакомился с ребенком почти сразу, а дочь Анастасии Анна прилетела в Россию из США, когда девочке было уже 3 месяца. «У меня 3 таких разных детей. И когда я держу на руках маленькую Милу, я вижу в ней и Аню, и Майкла, это какой-то невероятный дар», — России сказала счастливая актриса в интервью журналу Hello.